Улица Василковая, вот уже несколько недель ведутся здесь ремонтные работы, поэтому каждое уплотнение, особенно если это еще и усугублено ДТП, очень сложно и тяжело переносится простыми автолюбителями. Машину перегородили полторы полосы для движения в сторону Руднева. Водитель Toyota Mark 2 двигался по крайней правой полосе в сторону моста. Водитель Nissan Sunny ехал перед Марком. Санька, по словам марковода, катилась сначала в правой полосе, потом водитель взял чуть левее и в итоге совершил необдуманный маневр. Водитель Nissan Sunny начал перестраиваться передо мной. Ну и тиранул меня жопа, его понесло, я еще его догнал. А разговаривал с водителем? Что? Он говорит, я быстро ехал. Ну, как бы, да, видеорегистратор-то там записан, там скорость небольшая, как бы, все понятно. Версию водителя Toyota Mark 2 подтверждает запись с видеорегистратора, установленного в автомобиле. Однако сотрудники полиции посмотрели другую запись с камеры наружного наблюдения и решили, что не все так однозначно. В итоге предварительно полицейские решили, что виновен в этом происшествии водитель Toyota Mark 2, в чем парень в корне не согласен. Молодой человек уведомляет сотрудников полиции, что будет обжаловать их решение в суде. Как стало известно чуть позже, сотрудники полиции все-таки скорректировали итоговый вердикт. Вина за это ДТП легла на плечи обоих водителей. Что также не устраивает владельца Toyota. Отстаивать свое видение ситуации мужчина будет через суд.